В преддверии WorldSkills 2019 в Иннополисе прошло открытие отраслевого чемпионата в области IT Digital Skills Russia под председательством президента Республики Татарстан и министра связи и массовых коммуникаций России. В мероприятии принял участие ректор КФУ. Заседание собрало главных специалистов в области высоких технологий от бизнеса, органов государственной власти и образования. По мнению организаторов Digital Skills, внимание на компетенциях будущего и цифровых технологиях отражает мировую тенденцию к цифровизации экономики, то есть всестороннему проникновению IT в привычной профессии. Поэтому цель Digital Skills – популяризовать IT и благодаря этому к 2025 году подготовить 55 миллионов кадров, готовых к работе с Digital. Убежден, что в целом доля населения, так или иначе, доля трудоспособного населения, так или иначе, связанного с информационными технологиями, цифровыми технологиями, конечно же, будет возрастать. В стороне от цифровой трансформации не сможет остаться ни одна отрасль. И поэтому очень важно, чтобы мы создали условия для подготовки и развития, как в целом, просто пользовательских, потребительских навыков работы в цифровой среде, так и навыков профессиональных. Об этом же и говорил президент Республики Татарстан Рустам Миниханов. По его словам, цифровая экономика – это перспективное направление развития для всей страны и для Татарстана в частности. Поэтому подготовка компетентных кадров – вопрос актуальный как никогда. Новые веяния цифровой экономики требуют установления прочной связи между сферой образования и индустрией. Это выражается в грантовой поддержке студентов, востребованных специальностей со стороны отраслевых предприятий. Вот есть у нас Высшая школа информационных технологий и информационных систем КФУ. Вот мы тоже спонсируем в виде правительственных грантов подготовку специалистов. Не стоит забывать, что в Казанском университете подготовка кадров в IT-сфере, а также развитие диджитал-сферы в целом является одним из приоритетных направлений. Специалистов в этой области готовит не только Высшая школа ИТИС, но и Институт вычислительной математики и информатики, а также профильный IT-лицей для одаренных детей. В соответствии с мировыми трендами КФУ взял курс на цифровизацию образовательной и исследовательской деятельности и управленческих процессов для перехода и концепции университет 4.0 к 2020 году. Здесь важно отметить, что КФУ имеет достаточное количество опыта, чтобы его представители приняли активное участие в смелой дискуссии о формировании специалистов будущего. Работа чемпионата Digital Skills продлится до 15 декабря. Адель Шамилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.